Всем здоровеньки, друзья, с вами Бурундук, и сегодня я хочу рассказать вам, куда и как нужно отправлять карты на прохождение для меня. Вы можете присылать абсолютно любые карты с модами или без, найденные в интернете, либо построенные вами. Если вы сами строите карту, пытайтесь сделать ее как можно интереснее и красивее. Очень приятно проходить качественные карты с интересным сюжетом, красивыми ландшафтами и разными плюшечками. Итак, чтобы скинуть карту, вам нужно перейти по первой ссылке в описании под этим роликом. Вы попадете в нашу группу в обсуждение, где в принципе написано по пунктам, что нужно делать, но я все же расскажу. Для начала вам, конечно же, нужно построить карту, либо найти ее в интернете. Затем прикрепить документом вашу карту и несколько скриншотов. Если вы делаете карту с модами, то также документом отправьте папку с вашими модами. В сообщении кратко опишите вашу карту, расскажите, о чем она, и напишите версию, на которой лучше всего ее проходить. Ну а так, я думаю, все, друзья. Делайте крутые карты, присылайте, и я обязательно их пройду. Ну а с вами был Бурундук, всем удачи и до новых встреч, ребятки. Пока-пока-пока. Жду ваших карт.